добрались до переправы. Расценочки. На паром мотоциклы 55 рублей. Мотоциклы с прицепом 110. Легковые автомобили 1,5 тонны 155 рублей. С нас возьмут 210. Наверное. Расписание. Расписание. Вот такой паромчик. Чара. Так что поедем за грибами сейчас. Туман прошел. Что-то отдыхающих не видно, да? Очередь. Еще не все приехали. Велика несется, все, опоздала. Погоди. А, ну типа такая, погодите. Несется, несется, и давай, парни. Эх, сейчас будут запускать. Своих в беде не бросаем. Кто знает, что у тебя остались. Только развернулся, быстро, 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 все. Раком стало как. Ты профессионально.
Клёво. Буду ехать на такой типа. Блин, ну жалко, что я свой телефон не взял. Бабушка сказала, что я не могу. Отходим. Это, там же у меня клей супер момента есть, надо это проклеить. До свидания, дядюшка. Ну, вот ты. До свидания, дядюшка. Мы еще вернемся. Все. Всем привет! Вы на канале Сибирь-38. Сегодня мы вырвались в лес, в Топчур. Такое грибное место у нас. Заказничок. Вот приехали сюда, посмотрим грибочки. Будут или нет. Вот сегодня вам покажу грибы оленьи рожки. Как бы сказали, что есть, вроде растут, поперли. Но мы их много не берем, так пожарить. А народ собирает их в достаточно большом количестве. Так что вот, будем включаться по мере возможности. Олень бежит впереди. О, какой-то опасный гриб нашли. О, пророс, смотри, как сквозь бруснику. Офигеть.
Что за грибок? Вау! Опасно, не будем брать такой. Будем белые искать. Вот заказничок у нас такой. Проезд автотранспорта и нахождение с оружием в заказнике запрещено. Государственный заказник, Боськи болота. Там дальше едешь, болото. Ну, народ ездит. Туалет стоит, беседка там, вон стоит, таганок. Ну, то есть многие якобы соблюдают правила и вот здесь останавливаются, ночуют. Ты белый нашел? Так что вот, сейчас поедем назад, короче, на свои места грибные. Будем там искать. Беседка там матерая стоит, смотри, да, какая? Белый. Вот мы белые грибы собираем. Увидел, аж затрясло, говорит, тормози. Ладно, в костер кинем. Уберемся, мусор. Ладно, дальше едем. Продолжаем бродить по лесу. И вон, ребята, я вижу оленьи рожки, за которыми народ ломится. Вот. Так они растут. Вот такой грибочек получается. Вот. Вот так растет, интересно, в мху. Срезаем. Погрызанный. Но это все промоется, посмотрим. Много мы их брать не будем. Так, на жарешку. Макарик, вот олени рожки, беги сюда. А, пахнут вкусно они. Будем отваривать. Значит, будем отваривать и жарить их. Пробовать. Вон еще сына, смотри, вон и вон, выше. Вот так что грибок вот такой, он съедобный. Называется оленьи рожки или рогатик, или коралл, как-то он там по-своему. Ну, мы так наберем его для ассортимента. Много не будем. Вот они, то есть молодые, полезли только-только. И народ их как бы в Добчуре-то берет. Местные жители тут их собирают. Мясистый гриб. На жареху пойдет. То грибочки кончились. Закончились. Последние жарешки у нас. Некоторые их даже маринуют. Или солят. Что вот они там делают с ними. Да, собирай. Вот. 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 Макарик, молодец, нашел. Двое. Вот. А это этот? Это сыроежка. Ну давай, срезай и пойдем. Вот, вот, видишь, смотри, нарвались мы на полянку с тобой. То есть вот такими полянками они растут. Вот, вылез откуда. Вот он тебе, пожалуйста, рожки. Молоденькие. Ну, в принципе. Давай, что, в принципе, собирай. Вот, вот дальше, иди вот там вот. Вот эти грибы вырастают такими пучками, аж до килограмма. То есть их такие здоровые. Ну, мы сейчас не попадем на здоровые, мы только маленькие, только-только вот они, видимо, начались. А как-то год мы приезжали, такие лопухи стоят прям. 5 грибов собрал, и у тебя корзинка полная. Вот. Как-то так. Ладно, продолжаем. Белого гриба мы ни одного не нашли. Бруснички вон полно в лесу. Есть вот ягодка. Макарик, ты ягодку-то кушал? Да. Собирай. Вот, брусничка. Пап, кажется, что ее очень мало, а на самом деле, блин, 50 кусков. Ладно, белый гриб найдем. Если получится, заснимем этот вариантик. А пока будем хоть рожек набрать, да знакомым, друзьям раздать. Хотя гриб съедобный такой, более-менее, можно жевать. Подводи дилечку.
котяра кого-то, белку загнала или кого. Вот, ты молодец. Только я не вижу никого, чара. Кого ты видишь? Молодец, молодец. Молодец. Где там? Да? Да-да-да. Где там? Ну, что ты там видишь? Я вот никого не вижу. Белка, что ли? Или бурундук? Чара. Все, никого нету. Ну все, молодец, молодец. Молодец. Кто-то был, да? Ладно, пойдем, молодец. Становились пообедать. Завариваем доширак. Что у нас тут? Маленько собрали оленьих рожек. Куда девать их бы? Вон. Так, сделаем фотографии самый голодный, нахуй. Нет. Кишка. Нет. Кишка. Я не самый голодный. Макар больше всех, да, собирал? Да. И не хочу есть. Ну, чайничек, что у нас закипит сейчас уже? Ой, река и я. Может быть, мне вниз спуститься? Можно искупаться сходить, кстати. Пойдем? Не, ну мы там где-нибудь сейчас заедем, искупаемся. Пойдем я тут спускаться. Дай пошел спускаться. Не-не, не надо. Вот так вот. Классно, да? Да что? Тут собака, значит, была. Да что? О, дырочка. Самы где-то там ходят. Папа. Ладно, поехали дальше. Папа. Надо вон в ольшаник зайти, может быть, эти груздочки есть. Папа, дай я засниму. Вас забрать или как? Ручник-то убрал? Вас забрать. На ручнике или... поехал, конечно. Вас забрать? Забрать, забрать. Все, на обратном пути или как? Да, да. А белка где это? Вон он, бежит. Бежит? Макар, Макар, Макар! Слышь, тебя гор белый пошел! Вон он! Смотри, снимай! О, тормози, тормози, Михалыч! Рожки он! Ну-ка, дай-ка сбегаю. Рожки вроде. Ну-ка, Макар, пойдем рожки смотри. Во, рожки, Макарик, смотри, рожки собирай. Вон, 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 смотри, рожек сколько. Да, вот, вот, вот. Ну, собирай, собирай. Вон, Макар, смотри, сколько, вон. Но. Короче, ребятки, нету нифига белого гриба, собираем олени рожки. Вот. Режем. Ведерко у меня какое. И у папы. А у папы три грибочка. Четыре. Так это три, это уже у нас какая корзинка. Приедем, будем всему братску раздавать. Третья, четвертая, наверное. Хотели, конечно, другие грибы пособирать, но... Это тоже неплохо. Других грибов нету. Олени, рожки, рогатики обыкновенные называются. Ну, самое главное, что все равно хотя бы есть, да? Нам бы еще показать, как мы их готовить будем. Что-то ладно. Будем искать. Ой! Будем искать. Вернемся.
коняшка. Красавица. КАМАЗы на пароме. Баржа груженая. КАМАЗ работает, стоит на этом. КАМАЗ работает, стоит. А, так это эти же пацаны же, которые белый гриб на свитере. Но заезжают. Давай пойдем толкать. А что, ты можешь заехать? Все, дорога домой. Грибов в Добчере нету. Едем домой. Че, все, стартуем? Закончена наша поездка, и мы прощаемся с вами на канале Сибирь 38. Всем пока, всем удачи!